Всем привет, с вами Родин Клик, и сегодня у нас гайд на Владимира с экспериментальным билдосиком, с хищником, тут хищник, естественно, призрак и быстрота там ветки, мэджик, вот. Тут вначале будет просто имбалансный баф от Юика, он играет с, вот, с жатвой, вот. В чем прикол билдосиков, в том, что вы можете убивать пацана, вначале врубая гост и убивая, потом врубая хищник, убиваете. Вот, то есть он как бы просто не захотел прожимать слэш. И до свидания, даже... А, ну да, тут же гостик, поэтому гостик подрубать было такое, он досвоя, что он себя тут слэш, оп, и до свидания. Уже игра началась нормально, тут, кстати, будет еще и имбалансные тайминги покупки проторемня, помимо того, что я накоплю, ну, накоплю я вообще прям, такого еще не было, то есть куплю-то я его чуть попозже, где-то на 8-й минуте, а накоплю я уже на 6-й минуте, короче, тут будут постоянные замесы, так что что-то прокручивать, чтобы, ну вот, по сути, я уже вам сказал, то есть, ну, не обязательно скороходы вначале брать, но я тут просто был уверен в своих силах, и не зря, кстати, потому что я как бы там убил и выжил, честь, ну как-то, не знаю, вообще выжил я не из-за этого, но суть в том, что не зря взял, 4 поточки, тут все идеально, то есть тут я на 6-й минуте уже накопил на... Рутарибень, а он на него обычно копишь на 10. Он дешевый, конечно, но не до такой степени, чтобы... Тут вот, как бы я говорю, что замесы будут постоянные. Так, ну вообще, по идее, в ранке где-нибудь нам в среднем, элла, там, в высоком, ну или если вы просто, как бы, не такой классный, как я, естественно, куда вам до меня. Вот, даже фейкер ливает, когда видит, что я во вражеской команде. Вот. Выпас... Основная цель этого билдосика в том, что вы просто подрубаете хищника, потом подрубаете гостик, и с проторемнем, там, с ультой, врываетесь, делаете дабл на боте и сносите так. Потому что сейчас бот решает, он до сих пор решает, хотя это вроде как уже все. Все поняли, все играют сейфово на боте, а на других линиях пытаются разыгрывать, потому что люди не привыкли. Как бы вот я такой типа бегу. Но тут я нас тут ничего не будет, еще замеса не будет. Вот, и поэтому просто через бот играете, врубаете, из-за того, что вы прожали гост и холокост и хищника, вы просто врываетесь, скорее всего, на двух пацанов вешаете, ну, если там не какой-то блинкающийся из реаль, вешаете на пацанов ульту на 2х сразу. Там юзаете проторемень, проходит лютый урон по какому-то одному бедолаге. И второго там просто. Ну, если это один жирный саппорт, один нежирный, как поезд пассажирный, то. Спокойно на все вливаете в того, который потоньше. То есть, ну, понятное дело, скорее всего, это будет адекири. Хотя бывают такие мордекайзеры там туда-сюда. Кайзер. Мордекайзер. Так, еще вот преимущество именно взять скороходы, наверное. Тут на самом деле может взять что-то другое, но, как правило, билд экспериментальный, поэтому я тут решил максимально заэкспериментировать. Обычно всякие там ракины и прочие. Вантрик Пони, ну, не, там, не совсем там Вантрик Пони, Влад, он там, у него на других чемпах, ну, короче, чем про Ракин, он тоже ливает, когда я играю, вот, да, правда, в его команде, в общем, в чем плюс скороходов, когда мы начинаем стекать, ну, вот наш, заряжается наш, вот он не скликает, как бы, я не... Вот, тут я врубаю еще этого, и просто уроны проходят лютейшие, на самом деле, надо было Эко убить, но Эко как бы тут сам убьется просто. Вот, как бы он такой думает, ну вижу, ну что, вот не делайте так, ну блин, ну одно умение, вот, то есть, бац, и все, ну. Да, у него был этот еще щиток, так что не на одно умение, но думаю, лучше так, конечно же, не делать. Вот, тут уже дофиг еще баблища. Вот. По сути, все я уже рассказал, поэтому, в принципе, можно будет заканчивать, но тут же будут имбалансные всякие замесики, поэтому... Тут его вижу спокойно, как бы, ну вот. Это когда переоценил урон, то есть я неправильно флешнулся, и тут как бы ничего не скажешь, зато тут дабла чисто. Хотя не дабла, на самом деле, что-то. Да-да-да, не дабла. Так, что по рунам? Ну, по рунам я все сказал, главное, это хищник, там внезапный удар или лечение, в принципе, не без разницы, там коррекцию глаз зомби тотем тоже без разницы, там вроде как можно этого ну, ненасытного, а беспощадного, или как он там называется, который увеличивает скорость бега вне боя, но это, конечно, так вот, можно его увидеть, то есть как вариант, если обычно, если мы выбираем эту ветку там с каким-нибудь казнью электричеством, то лучше взять на отхилос, конечно, ненасытного, ну а тут можно взять, вот тут он фейлится, там, ладно, мы сейчас не об этом, тут нужны какие-то врывы жесткие, прям мувы. Вот.
прям бац. Вот, мне как бы было интересно, почему он умер. То есть, ну я понимаю. То есть он начал делать этих, не рассчитал дамаг, и до свидания. Вот, а я такой просто, типа, умер такой уже, что-то смотрю, что-то там анализирую. А на самом деле, понятное дело, что магическую, но мы и не сможем взять, потому что у нас как бы основная это быстрота и хищник. Быстрота это одна ветка, хищник другая ветка. То есть, все, в принципе, гайд закончен. Будет самый-самый короткий, ну не самый, наверное, может быть. В общем, заходите на бот и убиваете. То есть, если что-то даже не пошло, урона в любом случае хватит. Урона будет дофигища, и скорости передвижения тоже будет дофигища. Просто тьма скорости передвижения, и урон бустовый там будет вообще запредельный. Тупо казнь электричеством, только еще с лютым мувспидосом. Да, перезарядка подольше, но мувспидос это, конечно, вообще.